Тут, ребят, всем еще раз привет. Возвращаемся в прямой эфир. Смотрим дальше. За противостоянием Void Boys Complexity Gaming. 1-0 пока в пользу Complexity. Угу. Шанкс у Void Boys вернулся. Вот что я подметил. Был у них какой-то товарищ там один. Со стендынным тегом. Сейчас это Шанкс. Замечательно. Теперь полный состав у Void Boys, судя по всему. Ну, Complexity как был полным, так он, собственно, и остался. Ребята меняли сторонами. Видим, что Complexity на ФП берут Герокоптера. Void Boys это Лина ЕС. SF Тускар, Лишак, Баунти Хантер у нас в бане. Окей, дожидаемся окончания первой стадии пиков. Свилимилонз должен сейчас нам показать. Как и с чем будем играть. Это Клокверк. Ну, Клокверк очень хорошее решение против ЕСа. Неважно, какой позиции будет играть, если это будет оффлейнер, суппорт, это не имеет никакого значения. Куферк, при всегда удобной возможности, будет ЕСу мешать врываться, находить его в драке, находить его там в какой-то точке такой скрытной. Давай то ракетку, давай давать хукшот и ЕС не впускать в борьбу. Так что решение очень даже хорошее от комплекса Кимика. Во второй стадии убирают жестких кольгероев, это Фантом Лантер и Антимаг, которые, в принципе, могли бы неплохо смотреться в пользу Герокоптера. Ну, Void Boys решили избавиться от Виспа, посчитав, что Висп слишком жесткий был комплекс, и забанили также Дазла. Ну что, вторая стадия пиков открывает Флай. Что-то призадумался пока. Ну, надо для начала определиться, через какого кора в теории можно играть против Герокоптера. Можно ли брать шторма сейчас в этой стадии? Или опасно, все-таки с учетом наличия сайленсеров, скаймагов различных. На шторма взяли. Ну, не опасаются то, что комплексы, например, могут взять Скаймага, который будет очень хорош с Клокверком в сочетании, как суппорт неплохой, плюс шторма затыкает. А не опасаются также, что может в пик войти Сайленсер для комплексы, который шторма тоже контрит. Ну и при этом ЕСЛину тоже, в том числе. Ну, возможно, Сидемон сейчас краски обдумают эти варианты. Ну, контроль, безусловно, какой-то против шторма нужен. Можно взять просто аккуратно какого-то спиритбрейкера на суппорт поставить. Тоже будет неплохо против шторма смотреться. Вообще я люблю спиритбрейкеров. За ними всегда очень интересно наблюдать. Бесконечные горения от людей в чате, когда они видят, что Greater Bash срабатывает. Если два раза подряд, так это вообще петана просто воспламеняется сразу. Ой, котел появился. Слушайте, одно из самых неоднозначных решений против Шторм Спирита. Ну, он в теории как бы тоже шторма контрит за счет Монолика. Вот. Но котел просто герой сам по себе довольно тонкий, и скорее он служит приманкой для Шторм Спирита. Обычно Шторм Спирит врывается, то именно в котла. Но поэтому не очень любит шторма, точнее, Keeper of the Light брать против Шторм Спирита. Ну, комплекте, видимо, уверены в том, что на этом герое они сыграют хорошо. Есть, видимо, задрот на этом персонаже.
Spirit Breaker. Вот ожидал я появления этого героя, стороны комплекта, правда, но вот пояс его решили взять. Хорош, хорош, хорош. Spirit Breaker в любом пике хорош. Ну, он такой, знаете, универсальный персонаж, который будет к любому драфту подходить. Всегда будет цель, которую нужно будет фокусить за месяц. Всегда Spirit Breaker будет кого-то расталкивать, кого-то не выпускать из дизейбла. Всегда будет в начальном этапе роумить, убивать мидеров и так далее. Так что... Задумались в комплексе. Да, действительно есть о чем подумать. Суппорт нужен, митер нужен. Митер, который будет стоять против шторма, не бояться спиртбрейкеров. Хотя в миде может и Лина, в принципе, тоже стоять. А Висадж пока взяли себе, очень интересно. Висадж, 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 Висадж. Ну, станчиками обладает, на начальной стадии это очень хороший суппорт. Много дэмэджа может носить на стадии лейнинга. Ну, как-то пока у меня не укладывается общая картина в голове. С этим пиком у комплексити, вроде котел, висаж. Герой хороший сами по себе. Вроде бы понятно, для чего они здесь были взяты, но в сочетании выглядит ужасно. Кирокоптер, Keeper of the Light и висаж. Что это за трепа такая? Ладно, посмотрим, будет еще какой-то мидер. Забанили Queen of Pain. А кто вообще на мид может пойти в комплексе Темпларк? Подумал бы я. Пускай отправляется в бан. Темпларка, Темпларка. Тюри может. Единственное, конечно, эскейпа будет маловато, да, в момент атак на меня. В начальной стадии. Какой-то центричник наверняка на миде будет стоять, спиртбрейкер с руки запинает, что он там ремнант оттаст, или ну, там что-то может сделать. Ну что-то непросто, непросто будет в парке стоять. Можно взять вайпер. Но он не видел вайпер. Куда пропал вайпер вообще с процессы? Верните, пожалуйста, мне вайпера. Че самый простейший герой, как Крыс Кинг. Ну проще не бывает. Просто видишь, одну кнопку надо нажимать. Просто одну гребаную кнопку взялись. Вайпер, но почему берут его в Void Boys? Почему не берут его в комплексе? В комплексе хорошо зашходил. А что делать будет вайпер в Void Boys? Куда он пойдет вообще? А, ну вайпер в мид, я так понимаю, да? То есть шторм на легкую. Суппорт Элина ЕС, спиртбрекер оффлейн. Какой-то такой расклад. Ну странно, вот почему в Void Boys нужен был быть вайпер, я не знаю. Он очень хорошо бы смотрелся в комплексе. Ну, может, чтобы не дать комплексе, они взяли бы Silencer. Ну, это Silencer. Это медовой Silencer, это Core Silencer, который в теории должен будет наказывать Storm Spirit, но я не знаю. Наказывает он в том случае, если вдруг получается как-то поначалу прям жестко засноуболить. Поубивать так противник, чтобы этот Silencer Шторма унижал, тогда да. При более-менее равных раскладах, ну, не знаю. Керри Silencer мне не очень нравится. В всяком случае, он будет страдать от Viper, от Spirit Breaker. После глобала и до глобала. Один Keeper of Light, точнее один гирокоптер, как по мне, всю эту движуху он не выдержит. Не внесет он столько ДПС, чтобы убить и вайпера, и спирита, и шторма. Ну ладно. Это лично мое субъективное мнение. Посмотрим на деле, как оно получится. Идет разбор героев. Так, давайте знакомиться. Void Boys. Флай сыграет на спиртбрейкере, Амегапул на Шторм Спирите, Шанкс у нас будет ЕСМ, Снэйкинг, это у нас, я так понимаю, Вайпер, не появившийся еще, и Джетовас будет играть на Лине. И комплексити. Бейту Секси на Висадже, Зифрик на Keeper of the Light, два суппорта, МГВ сложная, Клоквик, Зис фармящий гирокоптер, Свиндл, Мелонс будет играть на Сайленсере в миду. Так, держите игру в паузе, хорошо.
Ждем возвращения, какие-то, видимо, трудности еще есть. А потом будет последний момент. Так, ну и побежали по линиям, кто куда. Будут ли быстрые ТПшки вниз? Вот MGV уже пошел. Подарили ему один обсервер. Закупается он на базе, тем временем через курьера сейчас понесет себе эти шмотки. Курьер-то возьми, курьер. Стэш купил, а курьера не положил. Ну, значит, конечно, в первую очередь вард поставить. Вард поставлен, теперь можно уходить. И шмот нести. Ну и Void Boys. Пятером отправляется в свои леса. Как у них там дела с вардами. Купили обсерверы, купили эсэндришники, все как полагается. Сапогом, кстати говоря, играет Вайпер. Вайпер, как соскучился по этому герою. Гадюка это. Плеваться налево, направо. С нуликом бегапонер будет внизу, внизу стоять. Два тангусика пропулили. А как там дела у Сайленсера? Сайленсер тоже такой же билд абсолютно. Будет контролить руны, так это понимаю, снизу забирает Void Boys. На топе забирает комплексити. В мид поставили такой вот обсервер. Ну, часть мид он все-таки видит, кусочек небольшой. Но самый главный акцент делается, конечно же, на руну и на то, чтобы Void Boys не кангали. Так, Вайпер отправляется на сложную, интересно, вместе с ЕСом, да? То есть, я так понимаю, суппорт Spirit Breaker. Шторм будет стоять на легкой. ЕС ромит. Ну, вообще, это очень интересно получается расстановка. Ну, Вайпера на сложно бить будет очень сложно. Хотя, почему бы и не убить? Потому что здесь будет Visage, Котел, Герокоптер с Rocket Barrage. Магического проката хватает. Если Вайпер покинет предел допустимого, да, вот выйдет за эту черту, грубо говоря, его уже можно пытаться ловить. Ну, конечно, герой не самый такой тонкий. Особо в протекции суппортов не нуждается. И способен сам с оранжевой атакой даже каких-то типов добиваться. Медиа Лина с Сайленсером. Уже пошли в ход первые хилочки. Драгон Слейв в ответ. Амика Пулнер там пытается рейнджи достать. Свиндл через Glaives of Wisdom, через Last Word играет. Но вы знаете, здесь очень большая вероятность того, что кто-то из них друга первым убьет. То есть будет какой-то First Blood. Такие крайне тонкие герои с хорошим кастом. Побили немножко Вайпера, вот смотрите, до конца его добить не удалось. Грейвчилл был вкачан в эту секси. Вот Сонсапшн, конечно, нужен. Сонсапшн — это вообще тема. Снизный Кинг стоит против Клокверк. Клокверк здесь крипов на себя оттянул. Получает левел 3, все, в принципе, неплохо. Два крипа уже снял. Но тут разблочили. Разблочили спаун, поставили сентришник. И в итоге Шанкс есть отличная возможность просто зарабатывать себе экспириенс леса. А Грейв Чейл, Фиссура. Залетает Иллюминейт, флаю больно. Хоминг Миссл. Интересная раскачка у Зиз. Играет он через Хоминг Миссл, без флека. Прям прилетело. Слушайте, всего одну танка осталось, конечно. Аккуратнее нужно играть флаю. То есть, если свои танки растеряют, то на линию вообще выйти не сможет. А у него только левел 2. Ну, безусловно, вкачивается коррозив скин, он в приоритете будет макситься, конечно. Для терпения самая подходящая пассивка. Так, пошло у нас здесь смещение от ЕСа. Ну, по идее, обсервер стоял и должна была должен был понимать Сайленсер, что в инвизе ЕС. Омега Боунер, Last Word ловит. Больно, очень больно. ЕС все время все ближе и ближе подбирается, готов отрезать в случае чего. Но правда, что толку отрезать, если Лина ничего не поддержит, ни одной способности нет, там не хватает. Поэтому в некоторой защите здесь был Свиндомелонс. Снэкик 4, 14-4 у него крипстат, 5-0 MGV. Тяжеловато подходить к крипам, что он спеет, гоняет, но он плотно. Так, здесь у нас снова Home and Missile залетают, ракеты. Флай держит на дистанции, еще иллюминейты. Ну, с малой проблем нет никогда на линии, да, когда есть Keeper of the Light. Чакра Мейджик решает все вопросы. Грейв Чилл опять пошел, что это? Фиссур, ой, отрезали Зефрика. Слушайте, слушайте, тут может сейчас непонятное случится. Иллюминейт на развороте Зефрик таким образом на себя сейвит. Да и проходик вроде был такой, да, там гусиками себе выгрыз. Все в порядке. Ботл наконец-таки летит к Мегапулнеру.
Тут сапог появляется у Свиндла Милонса. Ботл у него. Ботла нет, кстати говоря, без ботла что ли играет? Ну как он линну-то, смотрите, выигрывает на линии. Прям чуть ли не в два раза. По карибстату идет. Ластворды просто нон-стоп пешит. Очень неприятно. По идее, Свиндла Милонсу тоже нужно купить ботл. Ну так, чтобы совсем уже захватить доминацию на этой линии. Ну, Лин отпивает, ты отпиваешь Ластворда, без конца кидаешь, Глейз даешь, замечательно. Как контролится руна, Вейту Секси пытается ее забрать на топе, снизу будет забирать сам Сайленсер, две руны достаются комплексити. И все, опять же, предельно спокойно для этих двух команд. Ну, я сегодня просто после такого предвкушения от СНГ-шной доты, я сегодня в огромном количестве посмотрел, да, открытой квалификации на Дримлигу комментировал. Так вот там зарубы просто с первых минут, там, счета просто какие-то заоблачные. Что-то на 28-й минуте, счет там 28, насколько-то, короче, ну там вообще жесть. А тут все очень спокойно. БТС Америкас. Ребятки из обеих команд играют аккуратно, стараются не подставляться. Ну и больше экшн, конечно, происходит больше в мидгейме где-то. Не оставляет попыток товарищей ЕС как-то зажать сайленсера, пытаться его забрать. Тогда больше морально давит, нежели реально представляет какую-то угрозу. Удар 20 крипов забрал. 25 на 9, немножко выравнивает ситуацию Лина. Ну и сейчас проще добивать крипов, потому что нюки становятся все лучше и лучше. Посильнее бьют, что левел 6 появляется. Сайленсер Magic Wand себе Белл взял. Левел 6 также имеет. На той попытке забрать Вайпера не венчалась успехом. Благополучно отходит. Сапог есть, Ring of Raging купил себе. Ну, более-менее стоит Вайпер. Ну, как настоящего флейня. Ну, просто серп. А что ему еще делать? Ну, так, вверх стоит немножко получше. Один скрипочек забрал, уже левел 5, ракетки 2 уровня. Батарея сал 2 уровня. Ну, скажем так, Клокверк может стать намного полезнее и раньше полезнее, чем Вайпер. Ну, если мы сравним двух оффлейнеров. Ну, если ловлю Клокверка вот с тем же, с полученным 6 уровнем, с хукшотом, он будет реально заставлять угрозу. А Вайпер просто 6 уровень получит еще не скоро. Ну, при таком темпе. Слушайте, а пошел Амика Пупнер Гарнгас. У него левел 6 есть, он хочет раскастоваться. Там и Спирит Брейкер подлетает уже на Вейту. Лагуну прописали сразу, моментальный минус, отлично получилось. А в Терензизу тоже зажимают фиссурой. Зизу пытается спрятаться. Левел 5 на хукшот, не хватает на кулдаун. Глобал, Зизу не спасает этот глобал. В итоге просто минус 2. Было, конечно, подключение от всех персонажей Void Boys. Но неоправданные. Они First Blood забрали, Герокоптер убили, прям все замечательно. Еще и развели на Global Science. Что вообще красота. Не повезло немножко Герокоптеру. Все-таки довольно обильно на нем сидели суппорты и воровали экспу. Не дали получить ранее 6 уровень, а 6 уровень очень мог помочь. Колдаун, бросится им, все было бы замечательно. Сейчас возвращается на линии Void Boys. Soul Ring появляется у Штурм Спирита. Аркин Буцулины. Но пока так, Мегапунер. В ранний Юл выходить не хочет. Начало у него, в принципе, неплохое в итоге получается. По кристалл, конечно, по-прежнему проигрывает Сайленсер, но теперь уже имеет в отместку фраг и ассист. Иллюминейт. Здесь Фейзы купил, аквилы есть, центричник поставили, но, по всей видимости, пытаются отгадать момент, да, почему так санкционировали, почему, в общем-то, ворвались, они, может быть, у них обсервер стоит, они нас видели. Ну, все было намного проще, просто был разгон. Колдаун залетает на флая, Рокет Бэрриджи, Иллюминейт, хороший фраг получился. Тут первый реализованный колдаун. Да, Вайпер, конечно, хоть и герой жирный такой, и довольно сложно его пробивать. Но есть один минус. Эскейпа нет. Никакого. Нет блинка, нет какого-то инвиза, чего-то еще. И любая такая атака превращается для вайпера в смерть. Что грустно, безусловно. Небольшая пауза была, ничего страшного.
Что Snake King в медлению? Сфера Белонза, в принципе, от этого особо формат игры не меняется. Он что на Лину накидывал ластворды бесконечные, что, что теперь на Шторма, какая разница. Все надо напрягать. Мидера, кто бы там ни был. Интересно будет посмотреть на билд и на Свинда Белонза, то есть что в этой игре будет очень интересным купить. Не знаю, может быть Мидас выформить себе, может быть Рота Фатос, как любят собирать, или Данг, да, на сайте. Так, Фиссура не прикрывает дорогу Зис, но замедляет довольно серьезно. Снейкинг тоже здесь, Зис, Рокет Бэрэджи откидывает, еще бы кулдаун дать, кулдаун дает, Глобал, опять же поздновато Глобал, конечно, Шторма убивает, скорее всего здесь Еза тоже не отпустит, и Вайпер может подставиться. Хукшота уже нет. Глобал пораньше бы. Видимо, кулдаун все еще был. Свиндомилонс тыкал. И в итоге, ну, может быть, совсем для гирокоптера по таймингу он кликнул. Как бы там ни было, разменялись 1 в 2. Страдает гирокоптер, конечно, в очередной раз. Но при этом фраг сделать смог. Смог. Если забрали, забрали. Что там спирт легкой линии забрали, забрали. Все супер. Шанг составляет легкой линии. Сейчас будет получать здесь левел 6. Сапог Орбов Веном, какую-то ПТ-шечку сейчас можно приобрести, хороший спейс для Шанкса. Вот сейчас он должен как-то вознаградить свою команду за такую предоставленную возможность пофармить. То есть попытаться уже где-то прогангать. Там Азерстрайк вкачан, 1000 монет, ничего пока не покупает. Может пробовать на Сайленсера выехать, пока нет глобала. Всего лишь-то каких-то 500 хп. Ну вот разгончик уже взяли. Так, Лина может идти под Тауэр, Лагуна же имеется. И останавливаться дальше не пошли. Есть сейф ТП, который тут же отменяется. Три-три. Ну что ж, 10 минут игры позади. Посмотрим графики. Ну, тут все пока предельно ровно. На Свиномилон с атакой. МДЖВ уже готов был сейвить. Хукшотом на развороте в Шанкса. Коги ставят. Еще Шторм Спирит немножко маны лишает. Лакуну Блейд в МДЖВ прописали. Кулдаун залетает Киркоптер сюда пришедшего. МДЖВ уже ли погибнет, МДЖВ погибает. И Киркоптер сзади расстреливает Омега Пувнер. И теперь можно пытаться убивать еще и Шторм Спирит. Но у него довольно большой запас МП. Плюс ко всему еще Инвизбл. Ну, это размен оффлейнера в суппортов. Но при этом до фрага Геркоптера досталось, вот что важно. Хороший такой буст. Да, перчаточку покупается без Сайленсера, это будет если Мидас. Last Word, Homing Missile, здесь идет Rocket Burge. Тесный Кинг страдает, боже, на ровном месте отдался, просто на ровном месте. Ничего не предвещало беды, он вылез, а на него тут накинулись под тавры и убили. Фантастика. На топе пытается Way to Sexy забрать, Way to Sexy ТП аут ушел. Разбед Спирит Брекер, Иллюминейт залетает, Тауэр надо забирать. Хотя ТП-шки. Так просто Тауэр не отдают. Last Word. Омега Повнер здесь. Проказ дался, на Милон зацепил как Дракон Слейпом. Тауэр не добили, он сейчас будет Найбл. Ну что, огромное количество ТП-шек потрачено от Войт Бойс. Приличное количество ТП-шек. Разгон пошел за котлом. Тоже останавливается. Вайпер с Денайл таки помиду Тауэр. Баклер купился, будет выходить в Меку. Ну, вообще, Вайпер довольно относительно так неплохо свою линию отстоял все-таки. Одна смерть была, но и фраг, естественно, тоже имеется. Левел 6. Начальный запак на Меку он готов. Снизу у нас Эфрик атака. МДЖВ кукшот дал, да ладно, глобал, боги! Как же МДЖВ круто отыграл. Минус 1, Снейк Кинг. Здесь, конечно, уйдет. Но фраг-то на котле не сделали. А теперь Бекера убили. Очень четко МДЖВ все сделал. Когами отрезал Шторма, не дал добить котла. Прям вообще супер. И в итоге сейчас Геракоптер и Сайленсер топ-1 топ-дапа на форсу. Колдаун на флай опять. Рокет Бердж, та же самая программа, сейвить надо. Вот он, сейв Лина. Флеки пошли, на развороте еще флэк, флай. Флай просто умирает. Тут Лагуна Зизы будет лишить. Барабаны барабанит. Ой, боже, Хилинг Селф провязал и живых остался. Фантастика. Омега Полмер здесь, конечно, живет. Фиссура рассказ, но Зефрик здесь тоже выживает. Да, на вот таких довольно ровных участках игры, на участках карты ошибаются Void Boys, фраг за фрагом, и посмотрите, в комплекте сразу же себе зарабатывает преимущество. Пока он оставляет 3000 монет. Экспириенсу 3000. Фамильяр уже начали появляться понемногу. Тоже пушат линии. Вот второй тавр уже подряд будут донать сейчас Void Boys. Сколько же денег не досчитываются в комплекте? Фамильяры все пытаются сейчас тавр добить, но нет. Тавр донается снизу тем временем. Снейк Кинга может быть атака. Снейк Кинг с пол МП. Last Word ракетка. Снейк Кинг пока живет. Там Зиз уже подключается. Сугар Клаб. Статовый такой у нас гирокоптер. Плотненький, не убить.
Вот пушит еще один товар. Ну да, денег-то, может быть, конечно, комплексы не досчитываются с того, что донается товара. Но при этом-то линии пушатся постоянно. И, ну, в мобильности довольно серьезно тратится войтбойс. Last Word, Fly здесь. Есть, конечно, Viper Strike. Но тут просто залетает Lightning Glide. В итоге даблкил на ровном месте. MGV хукшот дал. Непонятно, куда он пытался там сырнуть, видимо, в ЕС, который с спины заходил. Ну, можно забить на него, можно просто обраснуть. Ой. Обсервер поставили, видно ЕСа здесь. Ой-ой-ой, Last Word, Crave Chill. Пробиваются руки, Soul Assumption же может залететь. А почему Soul Assumption не дали? Что неплохо зарядился, по-моему. Ну хотя нет, маловато зарядился. Слабенько-слабенько. А, не убило бы точно. Тавр не добили, на этот раз он не денайбл. Может, в следующей попытке пытаться донести. Да, и опять же страдают у нас будет больше. Совсем у них не клеится игра, конечно. Умирают, умирают, и преимущество растет. Комплекс, надо пора переворачивать эту игру. Ну, постепенно-постепенно и слить так можно. С Миндасом Сайленсер, так его куда-то призывают вниз на реколе за Снайкингом. Ракетка пошла, MGV. Укшот кулдаун. Под вардом, правда, пробегает. До конца идет MGV. Он же готов через 3 секунды врываться. Значит, что у Снайкинга не так много МП. Хукшот дает точный. Когами нужно бы... А вот глобал есть. Ах, в глобал что дать? Как добивать Снайкинга? Last Word. Снайкинг опять падает. Да что ж такое-то? Казалось бы, уже ушел. Казалось бы, уже спасся. Но нет. Тавр снизу, конечно, забирают сами комплексы. Свой тавр на Т1 они защищают. Прогоняют остальных. Ну, не знаю. Прям вот какие-то терзания для Void Boys. Все получается в комплексе, что они задумывают. Все атаки. Надо срочно здесь, конечно, Viper дофармить наконец-то свои механизмы. И уже пытаться, может быть, Void Boys вместе что-то придумать. Элиминейты залетают. Два элиминейта по Viper. Пол ХП как не бывало. Юл уже есть у Лины. Незер Страйк начинает Зефрика. Чардж, удар из руки. Ну и добили. Хорошо. Наконец-таки Шанг сказал свое веское слово. Для Вайпера очень приятный фраг, потому что механизм появляется сразу же. Да, Лина Юл, ну я сказал, наконец-то, сказал точнее, уже, точнее, это еще только, да, Юл, потому что 16-я минута, 1-1-2. Старт у Омега Повнера был не настолько крутой. Убивают очередной раз ЕСа. 12 уже... Видимо, интеллектом подворовал. Сайленсер. Купил себе, видимо, Vitality Booster. Это будет Робс Фатос. Да, такой дефолтный бит на Сайленсера. Он и статов себе очень серьезно прибавляет. А при этом он еще и замедляет жутко. То есть от него уйти практически невозможно. Особенно больно смотреть в таких ситуациях на Шторм Спирит. То есть врывается Сайленсер, дает Сайленс Глобал. Дает на тебя Рот Фатос и Шторм. Казалось бы, такой супер маневрированный персонаж. Еле ковыляя ножками. Уйти не может. MGV. Байт такой своеобразно свинулся. Да никто не это Сайленсер трогать-то не хочет. Противный. Или хотят под смоками. Слушайте, MGV. Ну тут может быть такой не добавит, потому что героев-то слишком много будет нападать. Да и он с таким количеством справиться, наверное, не смогут. У Сайленсера есть глобал уже второго уровня прокачки. Тас юзает. Идет Омега Пувнер. Разгон пошел, есть Йоул. Хукшот. Не достает, боже, как сейчас продает MGV своего свиномелонза. Просто не попав хукшотом. Все могло быть абсолютно по-другому. Это слэм, MGV тоже падает. Минус 2. Ну, сказать, что повезло сейчас ли, ничего не сказать, потому что просто вот, ну, Куферк ошибся. На секунду представить, что хукшотом попал бы, все, у Лины комбо не работает, Сайленсер прошумает глобал. И они на развороте убивают всех. Но получилось очень хорошо для Void Boys. Такой шанс зацепиться за игру. Двоих опасных персонажей забрали. Два Коргера, еще при этом Тавр хотят забрать. Ситуация налаживается немножко. Тавр вот забрал Вайпер. Неплохо. Мег у него есть сверху. Еще бабки появляются. У Омега Пувнера появляется 1100. А тут уже Рот Фатос у Сайленсера. Тут уже тяжеловато этого Сайленсера будет забрать, конечно.
Хотя через комбинацию таких способностей от Лины, плюс еще какой-то Viper Strike, вполне может. Тауэр снизу пытается пробить, скоро будет уже у Герокоптера готовая Сенджин Яша. Заряд на барабане всего же потратил давно. Ну, благодаря ним, в общем-то, и большинство фрагов было сделано. Особенно сольных, да, при убийстве Viper, там, ЕС какого-то. Ну, Тауэр не добили, отошли. И снова на топ, и сводом у нас Виндл будет, скорее всего, атака. Омега Пунер пошел. Пол Ганима собрано, говорит, мне нужны еще части до Ганима, так что смена Меланс по старой программе. Дожидается подхода тиммейт, это ЕСа. Лагуна Блейд, Фиссура, Стан, Свиндл, ничего не может сделать. Очередной минус на Сайленсере. Хорошо очень разбирают, очень много денег за этого Сайленсера дают. МНГВ, ракетку дал, хукшотом попал. Но по Тауэр, Вайпер Страйк получает, тэп-аут сразу юзает. Грейв чилл на флая. Колдаун залетает, МНГВ здесь тэп-аут прожать не дали. Есть мека, Шанкс, пока живет, этот Шанкс погибает, Снайкинг. Вордекс зацепил Зиза. Будет ли продолжение атаки, Сэл Ассампшн. ЕСа, Герокоптер будет разворачивать, срок это встречает Снайкинга. ЕС пытается уйти, Сэл Ассампшн долетает, больно, минус. Минус. Но здесь разобрались в комплексе. Дальше Тауэр идут. Видимо, очень хотят подпушить. Крипы закончились. Ну, 9-14. Борьба продолжается. В принципе, все в порядке. Void Boys. Вот при этих двух убийствах подряд Сайленсера заметно улучшилась картина. ВБ. Если, конечно, Герокоптера теперь стали отпускать понемногу. Что здесь тут Сенджин Яш все собрал, уже довольно статовый, плотный, 1500 здоровья, 17 единиц брони. Быстрый. Да и нюки жесткие, убивать его как-то вот так, придумать как-то. Ну и снова убивать идут Сайленсера. Бедняжка Сайленсер, забудь уже про свою топ-линию, потому что Лина тебе просто откачивается. Лагуна, Незер Страйк, Хукшот этот раз ездит на МГВ, но толку, Сайленсер не спасает. Ответная атака может быть. Колдаун будет залетать. Хороший колдаун. Рокет и Снайкинг падает. Пытается топал сделать Шанкс. Лину здесь тоже, скорее всего, будет убивать. Даблкил для Зиза. Ну, хорошо, что в этот раз хотя бы тиммейт успели отомстить. Но Сайленсер отдался уже третий раз подряд. Вообще никуда не годится. Так, рекол пошел на MGV. Ну, хукшот кулдаун. Как тут убивать этого вайпера, у которого есть мека? Да никак. Элиминаты больные, конечно, залетают. А там теперь Шанкс разгон взял на MGV. Лоу хп тут, но Шанкс без настрайка. Герокоптер где-то еще пошел, убил ЕСа. Снова реколы. Флэки, флэки, расстрел, расстрел. Ну, пока дэмэджа не так много у Зиза. Можно и перетерпеть. Этот флэк. Полганиму кипер из лайта. Все, Сайленсер забил на топ-линию и правильно сделал, свинул бега своей команды. Потому что Сайленсер из топового понетворца просто на топ-3 скатился, уступает уже Лине. За последние минут 6-7, ну даже 8, наверное, вообще ничего не нафармил. Лишь фармил Лину. Ну и заходит на Рошана. Вайпер купил себе Метас. Ну, так и хочет выйти такой лейт. Собрать себе покруче айтемы. Снайкинга тоже, конечно, дела не огонь. 3-5-1 у него. Пытается на Бластоун свой нафармить. Но Бластоун просто, к великому сожалению, для Шторм Спирит это вообще не проблема для комплекса. Это вот пока везет, то, что они Сайленсер убивают, но в будущем так вести не будет. MGV, хорош хукшот. Достает ДС, ЕС их слэмит. Фиссуру дает, то погибает сразу же после нее. Вообще, как мне кажется, я, в общем-то, так думал в голове, даже это не озвучил, думал, что вполне очевидно, что тот же самый Шторм Спирит, первым артефактом должен выформить Ю. Просто Ю взять. Что, ну, сбивать глобал надо. Ну, можно БКБ, но БКБ это слишком. А Ю это нормально. Но Шторм как-то пошел через Блудстоун, может, надеялся, что он слишком быстро его сможет выформить. Ну не знаю, но сейчас просто уже заход на Грант-комплексе, Шторм Спирит по-прежнему не боец. У Сильна Мелонза есть глобал. Не дать ему вкастовать глобал, ну практически нереально, пока он на своей команде держится. А если Стейкинг попадает под глобал, он не боец. Он просто смертник, террорист.
Шторм залетает через ТП, улетает опять. Стандартные мувы штормов. Так, фамильяры под контроль темноты. Вот держит в безопасности фамильярчиков. Да, больше подниматься на хайграунд уже не стали. Тавр здесь, опять же, не добит. И отходит пока. Мы решили, что пока рановато комплексить. Время не пришло для убийств хайграунда. Огерклаб зизовский тащит у нас пока котел. Отдал зизу опять. Ну, тут будет БКБшка следующим айтемом. Как будем геркоптера убивать? Давайте продумаем, как будем убивать. Ну, вот так можно. Разгон. Глобал пошел. Ротов отос на Снейкинга. Ну вот, пожалуйста. Где Йол? Йола нет. А, Йол могу спасти. Там теренем MGV. Лагуну Блейд себя впитал, но под Блейдмейлом. Мегапунер что себя не убил. Шанк, Незерстрайк, Вейту. Опять-таки Ротов отос. Салится, просто никого не пускает. Флай пытается уйти, не получается. На разгоне, конечно, Шанк смотался. В другую сторону ушла Лина, но это минус 3 размена кока. И Зиза уже превосходит богов. А это летит к нему БКБшечка. И мега готовая уже у Сайленсера. Это просто о том, как пережить лагуну Блейдс от Лины. Все-таки уже под эффектом Аганима. Байбек от Вайпера. Вынужденно. Хотят засейвить сторону. Ну, барак-то падает. Как восстанавливать, непонятно. Это движение от комплексити. Прежнему Аегис еще имеется. Фиссура пошла. Зиз танчит. Разгон на Свиндла. Отменяется. Зиз колдаун. Шанкс. Тут довольно сильно восстанавливают. Не добили, правда. Врывается Снейкинг. Есть Юлы. Стан. Твейту секси неплохое. Мегапомнер лагуну Блейд засаживать не стал. Есть мека. Вайпер страйк. Снейкинг стоит на месте. Просто умер. Просто умер. Без каких-либо шансов. Вот это вот опять недособранный блэдстоун, я не знаю. Ну это, по-моему, ошибочный был билд, как по мне. Мне почему-то так кажется. В той комплексе без особых проблем вообще зашли, поломали медлини. Развели вайпер на байбек, а он так после медаса был. Ну, то есть, вообще, когда у вас есть медас, ты даже если у вас нет медаса, байбек на такой минуте тратить, типа. Непрофитно. Особенно если после этого вы драку не выигрываете. А здесь получилось именно так. Байбек сделан, толку никакого. Ну что, я думаю, возьмут сейчас комплексити, аккуратно спушивают другую сторону тоже. Особо ничего не мешает. Глобал сейчас откатится, гирокоптер по-прежнему сильный, по-прежнему есть Аигис. Ничего не изменилось на карте. Просто немножечко даже комплексити стали посильнее. Блинк покупает себе у нас сюденький перузлайт. И вайпер здесь подставляется. Ой, вайпер. После байбека. Ротфатос, Солар Крест. Вайпер страйком, конечно, откинулся. Это ли спасение? Да нет. Сейчас эту секунду в таверне. Силы света где-то еще тавр успели поломать, я так понимаю, на медлении где-то. Не особо важно. Шанкс купился шотдов амулет, Снейкинг не дофармился на Бладстоун, на гоне у мегаповнера видели, у флая только мека, у Еса нет даже намеков на какой-нибудь блинкдаггер. По-прежнему все очень-очень грустно. На комплексе будут сейчас вторую сторону появиться. Снейкинг. Last Word, Ротов Атос. Ну, прям по Таврес не стали, просто аккуратненько пробивает Тир 3. А Мегапунер уже замахивал вставать нюк. Лагуну, но не стал. Готов Глобал, есть Мека. Котел сзади еще захиливает довольно серьезно. Мегапунер, Ротов Атос поднимает себя. Где Глобал? Колдаун, yes. Под Глобал подставляется, расстрел до Мегапунера. Ну, вроде выживает, там Мека была такая защитная. Блэдмейл, печать МЖВ снайник него дал. Не, окей, вот теперь глобал пошел. Теперь глобал, теперь флай не уйдет. На 50 секунд таверне. Ну, только одного смогли забрать за глобал, ладно. Лагуна Блейд. Прописали в MGV, он погиб. Блайдник Лайт, идет Шанкс в атаку. Что будет делать? Кого-то бить надо. Селемилон Снейкинга воюет, весь Вортек, Снейкинг, Свиндл. Тут без шансов, конечно, для Снейкинга. Расстреляли Шанкса, его так и не отпустили. Фиссуры бесконечными откидывается ЕС. Монолик. Good game well played, да. Ну тут Void Boys поняли, что что-то не по шансам. Ну в этой игре совсем у них, конечно, все вяленько так получилось. Ну, вроде. Катать-то неплохо, ребят, но после вот первой карты, видимо, сил себе найти не смогли. Не самый однозначный пик Вайпера. Не самый, на мой взгляд, верное использование Шторм Спирита здесь, легкой линии. С не очень понятным билдом, но так получилось. Бывает. 2-0 Complexity Gaming спокойно выиграют эту игру. Будем откровенны, положа руку на сердце. Скажем, что комплексити
Этот матч был не особо сложен. Они выходят в полуфинальную часть и будут встречаться против победителей пары Team Imagine и Wizards Priests. Вот. Как раз таки этот самый матч Team Imagine против Wizards Priests мы будем с вами смотреть следующим. Так что мы надолго с вами не прощаемся. Буквально после короткой паузы вернемся в прямой эфир и продолжим трансляцию этого потрясающего, чудеснейшего турнира под названием BTS Series Americas номер 2. Не убегайте.